Сегодня во Дворце культуры Черкесска торжественно открыли год семьи с участием десятков супружеских пар Карачаева-Черкесии. Таким образом, наша республика вслед за федеральным центром дала старт году семьи. Подробности в сюжете корреспондента Артура Мхце. Карачаево-Черкесия – регион, где тепло семейного очага, сохранение традиций, преемственность поколений – не пустые слова. Размещенная в фойе Дворца культуры Черкесская экспозиция демонстрирует, насколько важной для авторов произведения является тема семьи. В нашей республике старт тематическому году был дан в торжественной обстановке при участии представителей власти и нескольких десятков семейных пар. У них, представителей разных поколений, есть одна общая черта – бережное отношение к тем, кто дорог и любим. А это, в свою очередь, может служить примером для остальных. Не случайно, что некоторые супружеские пары были отмечены на региональном уровне, в их числе и семья Байрамкуловых, где растут пятеро детей. Семья – это все. Это и отдых, и это и лечение, и все. Ну. Супруга, вот несколько слов о ней. Как вы познакомились? С супругами познакомились у нас в районе, мы как бы местные. Она тоже, я ее увидел, понравилась. Ну, как дальше уже общались. Вот. Пообещала мне 5 детей родить, я и женился на ней. С юмором относиться ко многому ценное качество. Умение находить компромиссы, поддерживать друг друга в любой ситуации. Все это как нельзя кстати подходит каждой приглашенной в зал паре. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов отметил, что на федеральном и региональном уровне делается очень многое для сохранения семейных ценностей. В нашем регионе живут крепкие, дружные семьи, и хочется, чтобы их становилось больше. Уверен, что год семьи, масштабная государственная поддержка, правильная демографическая политика, реализация проектов по строительству социальной инфраструктуры, благоустройство населенных пунктов помогут нам приумножить их число и сделать жизнь наших жителей более качественной и комфортной. В этот день во Дворце культуры было несколько супружеских пар, которые лишь недавно приняли ответственное решение. Во-первых, поздравляю с недавно измененным статусом, семейным положением. Вот наверняка это важно, иметь семью, вот где как свой очаг, свой тыл, защита. Да, как бы пафосно это ни звучало, но каждый человек рождается на земле, чтобы продолжить свой род. И это очень важно не только для нас, но и для всех поколений, которые были до нас. Они делали все для того, чтобы мы имели такую возможность. На сцене прошла передача символического огня очага от супружеской пары с многолетним стажем новичкам в семейной жизни. Долгих вам лет счастливой семейной жизни. Спасибо. И я вручаю вам символ огня очага, семейного очага. Спасибо. Спасибо. Валерий и Виктория, вам слово. От имени всех молодых супружеских пар Карачаева-Черкесии мы обещаем пронести через всю жизнь и передать будущим поколениям любовь к родному очагу. Тематики нынешнего года в какой-то мере были посвящены и прозвучавшие в этот день произведения. Артур Мхце, Либастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.